Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. У нас закончился турнир. Ну что же, Лига Мастеров 3 звезды. И забираем награды. Сюрикены, 50 ДНК Хана, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Плюс забираем здесь еще награду, 150 долларов и 36 монет. Ну что, давай сразу зайдем сюда и посмотрим. Друзья мои, здесь у нас Острозуб будет разыгрываться. Это у нас танк. Ну, в принципе, я считаю, что он даже, наверное, все-таки немножко лучше, наверное, Рокзара. Хотя это вопрос спорный. Мне почему-то кажется, что именно Острозуб имеет большее количество хп, и он более неуязвим к атакам, чем Рокзар. Но это лично мое мнение, не знаю, как для вас. Так, что у нас по испытаниям на этой неделе? Это городская война, свет в темноте, плюс живи долго и играючи. Что у нас тут разыгрывается, давай посмотрим. Живи долго и играючи. Отлично, ребята, здесь у нас есть кожеголовый. Это уже хорошо. А вот городская война, свет в темноте у нас. А тут нам ничего не нужно. Так что свет в темноте мы с тобой пролистываем, а будем фармить и живи долго и играючи. Ну что же, неплохо. Так, с чего начнем? Ну, начнем, пожалуй, естественно, с буста сегодня, ребят. Потому что понедельник, я как и вот в воду глядел, ребята, естественно, я все проспал, все на свете. В данный момент времени я тебе сейчас скажу, чтобы ты приблизительно прикидывал, насколько я опоздал. Так, на моих часах показывает ровно 9 часов вечера. Буквально полтора часа назад я только проснулся. Я тебе говорю, я сейчас попутал день с ночью, я ночью сижу до утра, а утром сплю до вечера. Ну что же, ладно. Как говорится, никому эти сентиментальности не нужны. Мы идем с тобой, естественно, на арену и попробуем бустануть. Ну, если можно это назвать бустом, конечно. Сейчас все будет немного хуже. Если мы с тобой обычно в последнее время брали, в принципе, на изи практически лигу Сёгунов 3 звезды, то сегодня это будет вопросик очень-очень спорный. Но, тем не менее, я попробую, ребята, этого добиться всеми правдами и неправдами. Может быть, даже придется очень много ролить, чтобы нам выпадало, например, сейчас 11-12 нужно искать, потом 11-13 или 12-13. И вот все-все-все в таком порядке. Да. Смотрим. Ну, здесь пока нормально. Здесь воин 2 звезды, 76-я позиция. Так, 11-12. Давай попробуем с тобой найти. Но не факт, не факт, ребята, что вот сейчас мы с тобой это найдем. Хотя выпадает все-таки. Ладно, значит, тут у нас Кирби, Бибоп и Макмен. Раз, два, три. Выступают они против моего Донни, Саблезуба и, конечно же, Мондогека. Ну, как выступает? Они здесь в роли жертвы, на самом деле, потому что с ними здесь будет очень быстро покончено. Ну-ка, вот баллончики, если мы бросим, сразу уложим их. Да, ага, Макмен устоял. Ну, это временно, потому что Донателло, естественно, ролевой, сразу уничтожает. Отлично. Ты видел вот этот жест у Донателло ролевого, когда он бросает свой посох, скрещивает руки у себя на груди, потом опять поднимает? Зачем это делать? Что это за дешевый понт? Объясни мне, пожалуйста. Ну что же, мы с тобой переходим на воин 3 звезды. Отлично. Так, давай искать. Теперь, по идее, надо попытаться найти 12-13, но... Еще раз, ребят, говорю, что откат идет не сразу же, не по горячим следам, а спустя... Почти 6 часов. Ребят, почти 6 часов. У нас откат идет во сколько? В 3 часа, да, по-моему, дня? Ну вот, а сейчас 9, да? 6 часов. Раз, два, три. 4. Вот такими вот действиями мы будем дальше разруливать. Так, ну-ка, поехали. Минус Донни. Так. Бибопчика наказали. Минус Эйприл. Слушай, Бакстер, успокойся, а? Отлично. Все, что доктор прописал. Ну и мы с тобой, естественно, дальше продолжаем. Давай, 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 давай там. Грузится по 3 часа. Так, и мы с тобой перешли уже в элиту. Значит, до этого было 12-13. Сейчас надо, по идее, искать 13-14.
Ну вот здесь я уже начинаю немножко сомневаться. 13-14, опа, 12-14 было, ребят, было, поэтому можно все-таки найти. Ну попробуем сейчас, вот, отлично. Проролили, отлично, шикарно. 29-й ранг против нас как-то лишь выступает. 15 откатов у меня есть, хотя я думаю, что мы ими даже воспользоваться не успеем, потому что первый день, первая проходка, она, естественно, идет на изи. Так, ну что у нас тут? Вот он, ребята, Острозуб, который разыгрывается у нас на этой неделе. Такой довольно мощный, да? Вначале был Крис Брэдфорд, потом стал Острозуб, и по итогу он в конце превращается в Рокзара. То есть у него, получается, две мутации происходят. Так, минус Лео и минус Донателло. Все очень даже хорошо. Ну что же, двигаемся дальше. Сейчас мы посмотрим, мы перейдем с тобой в элиту две звезды или же нет. Вряд ли. Да, ребят, вряд ли. 22 место. Угу. Значит, нам, скорее всего, здесь уже... Ну, 12-14 есть. Ну, хотелось бы 12-15 или сколько там? 13-15. Не дадут. Ладно, соглашаемся на 12-14. У нас все равно особого выбора нету. И, как мы видим, тут уже у нас 31 ранг. Они нас быстренько догоняют, кстати. 31, 32, еще буквально поединка 3-4, и уже, наверное, будут они 50-ми. Сейчас посмотрим. Смотри, у Криса Брэдфорда глаза там на выходе. Так, минус. Опа. А если мы ракетами? Давай-ка, Крэнк. Тыдыч. А, можно массовую сделать, кожеголовым. Да, на этой неделе мы с тобой можем, есть такая вероятность, пофармить кожеголового. Я думаю, никто не будет против. К тому же ДНК на него нам нужно очень-очень много. Но зато Микеланджело ролевой у нас... Ой, Микеланджело видение у нас уже прокачался, да? А, на все 5 звезд. А теперь только он ждет повышения, естественно, по рангу. Там платину... Так, вот, ребят, 13-15. Платиновый ранг он, короче, ожидает. Это высший ранг в этой игре. Раз, два, три, четыре, пять. Хотя кто-то мне раньше говорил, что ранг типа ничего не дает. Никаких преимуществ. Ребята, он, может быть, никаких преимуществ не дает, но он дает преимущество прокачиваться дальше персонажу. Да, об этом не забывай. Так, ушатали. Да бросай свой баллончик, наверное, а? Бамс. Ага. Сюда удар. И сюда. Ну, пока все очень хорошо. Быстро и легко проходим. Противнички легкие, мои бойцы крепкие. Так что без особых проблем. Так, поехали далее. Ну, да, элита 3 звезды. И сейчас... Нет, не сейчас, наверное, нам придется еще поединочек сыграть. И уже после перейдем в Лигу Самураев. Так, а дадут, интересно, мне 13-16? Я покручу пока рулеточку, ребята. Скорее всего, нет. Не хотят. Ладно. Шиш с вами. Остановимся на 13-15. Раз, два, три, четыре. Но сегодня вряд ли. Вряд ли мы сможем с тобой дойти даже, наверное, до Лиги Сёгунов 3 звезды. Я уже про мастера-то, конечно, вообще молчу. Так, ну что, давай вызывать этих дуралеев. Так, хорошо, они тут упали. Добьешь, Лео? Ай, молодца. Ай, молодца. Вызвал космический корабль, естественно, он их тут всех распетрушил. Ну, а мы с тобой, конечно же, продвигаемся дальше. Так, какая там, 20-я? Оу, 7-я позиция. Я думал, что мы сейчас с тобой уже, наверное, будем в самураях, но не тут-то было. Так, 13-15, давай ко мне, во. Есть такое дело, 13-16, отлично. 13-16, раз, два, три, четыре. Но противники, как мы видим, еще пока на 30-м ранге стоят, даже на 40-й не передвинулись. Пускай оно так дальше и продолжается. Оу, бросаем бомбочку. Угу. Так, дальше... Хопа, минус майки. Давай ураганчик. Есть. Ну,
Очень даже неплохо, ребята. Очень даже неплохо. Ну что, продолжаем наши движухи. Мы с тобой уже в самурае одна звезда. В самурае одна звезда, да? А нам нужно до сёгунов дойти. 13-16. А что я тут хочу найти? Опа! Фига себе, неужели? 14-17 дали, прикинь. Я даже не думал, что так получится. А вот теперь, ребята, видите, уже 40-й ранг. 40-й, а это значит, что у нас маленький становится промежуток между персонажами. У нас как минимум для комфортной игры, для комфортной, повторяю, игры, должен быть промежуток в 10 уровней. Если этот уровень сокращается меньше 10, нам уже будет очень комфортно, и нас начнут потихоньку разбирать. Это можешь не проверять, это проверено уже за фиг знает сколько лет игры в эту... За сколько лет практики, да, в этой игре, так скажем даже. Потому что сколько мы уже тут играли, все это вдоль и поперек заезжено-проезжено, и мы знаем, что и как будет. Самурай, 2 звездочки, друзья мои. Так что скоро, наверное, будет 3 звезды. Опа, 14-18. Это они сами дают мне, прикинь. Я даже не выклянчиваю. 1, 2, 3, 4. И вот теперь, ребят, вот с этого момента нам придется перестраховываться. Потому что 40-й, 45-й уровень — это переломные именно для моих полтинников. Они вроде бы в то же время еще сильны, и в то же время они слабы и уязвимы против врага, естественно. Так что обязательно надо брать подстраховку. В данный момент это у меня нейтрализатор. Так, давай-ка бомбанем. Шикарно, шикарненько, друзья мои. Ну что же, продвигаемся дальше потихонечку. Сейчас мы уже с тобой, хотя вряд ли в самурай 3 звезды еще не попадем. Мне кажется, рановато. Да, соточку мы не пролетим здесь. 37-я позиция. Ну, не унываем, не унываем, а выискиваем. 14-18. 42-й, 44-й. Я уже вижу там уровень. 1, 2, 3, 4. 44-й. Ну, давай возьмем Шархана. Шархан чем хорош? Что он может сразу понизить броню нашим врагам. Так, ну-ка, проверим. Да, видишь, как получается все. Плюс сделаем вот такой вот массовый удар. И остается у нас Майки. Ну, левую, естественно, я его пошинковал. И мы с тобой дальше прекрасно идем. А завтра уже можно будет проходить, ребят, события, где кожа головы будет разыгрываться. Так, ну что, самурай 3 звезды. Место у нас 84-е. Слабоватое пока на самом деле место. И в бой. Так, 14-18 у нас уже было. Давай-ка мне, наверное, 15-19 вряд ли, да, подсунет. Нет, ребят, наверное, придется соглашаться с ними. Потому что, ну, я даже сам чувствую, что это будет слишком борзо. Это с моей стороны. Так, ну что, возьмем, наверное. Кто-то мне в комментах писал: Рэй, прокачивай Шинигами, она крута. Ребята, можно вопрос, в чем она крута? У нее нет ни одного массового удара. Она может быть как одиночка, как соло боец, да, не спорю, с помощью своего вот этого вот вампирика летучей мыши. Но не забывай, что она после этого вешает на себе замедляшку. А так как у нее защита очень-очень слабая, то замедляшка как бы это играет против нее. Если у Шреддера вешается слепота, но он, по крайней мере, может попасть, может, ребята, во врага, то до Шинигами элементарно даже не дойдет очередь. Вот так вот. Как ее могут просто уничтожить. Ну что, 14-19 будем требовать? О, 15-19, да. 15-19. Уровень, друзья мои, у них уже 48-й. Даже я вижу 50-й, это он, Микеланджело. Поэтому не расслабляемся. Берем 70 уровня Шреддера. А тут у нас, правда, еще и муха есть на отхиле. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим. Так, вначале сделаем, естественно, суперудар. Хорошо. Так, теперь нам надо, по идее, блин, и Лео надо валить. Плевай. Ать, и нифига. Так, добьешь Шини? Шини добила Лео.
Почему лево? Потому что он хиллер. Так, то, что он иммунку вешает, это, ребят, нормально. Это он пропустил тупо ход, если кому неизвестно. Так, Бибоп начинает тут выкрутаться. Естественно, накладывает себе крутое уклонение. Вот, смотри, что творит. Тут, друзья мои, возьмем-ка на всякий случай провокацию. Перестрахуемся лишний раз, потому что Шинигами получила урон. Интересно, если я, например, сделаю так, сможем пробить мы с вами Донателло или нет? Вот этим вот ударом. Отлично. Мушка, давай, все равно у тебя атаки слабенькие. Хильни. Так. Летучие мыши, естественно, пробьют. Потому что это самый сильный удар у нее. Бибоп, я думал, что у тебя-то там офигенная, как говорится, уклоняшка. Она так себе. Вот Шреддер, что еще прикольно, когда он бьет, он может повесить на врага запрет лечению. То есть лечиться ему будет запрещено. Так, ну и мы с тобой добрались до Лиги Сёгунов. Пока еще одна звездочка, но ничего страшного. Еще бойцы есть, может быть, доберемся даже до двух звезд. 15-19. Возьму я, наверное, вот этот отряд. Конечно, не так много бойцов, как хотелось бы, но должно, наверное, нам все-таки хватить. Возьму, наверное, Карайку сюда. А у нас уже все, 60 с плюс пошли уровни. Так что, ребят, можно не волноваться. Теперь-то они у нас уже точно здесь не догонят. И здесь мы с тобой очень даже хорошо будем справляться. Причем не получая практически никакого урона. Так, ну-ка давай, Донни, поставь свой посох. Отлично. Ушатали мы их. Так, ребят, не знаю, видосики я попробую, наверное, все-таки выложить сегодня ночью или завтра уже утром. Так что не обессудьте, что он будет не в понедельник, а во вторник. Ну, действительно, сам того не желая, поменялся у меня режим. Я говорю, теперь ночью сижу, тишина, спокойствие, а днем сплю. Конечно, это не есть гуд. Ну вот, теперь вот пока к работе, как говорится, не будет подготовка. Фиг, наверное, я войду в этот режим свой. Раз, два, три, четыре, пять. Ну что, поехали. К тому же это все, ребята, из-за того, что у нас вот сменный режим. График работы. У нас и ночные смены, и дневные. Поэтому все, вот такая вот каша в голове. У тебя уже нет такого понятия день, ночь. У тебя есть любое понятие. То есть я раньше не мог уснуть под телевизор. Вот ты не поверишь, когда телевизор включен, я не мог раньше уснуть. Теперь я засыпаю без задних ног, понимаешь? Что он там бубнит, мне не колышет. А раньше не мог. Мне нужна была идеальная тишина. Я еще раньше помню, когда вот дети маленькие были. Ну, совсем малюсенькие, нарожденные. Я не мог спать, потому что они же маленькие, кряхтят, плачут. Не высыпался вечно с мешками, с такими под глазами фиолетовыми, аж от недосыпания. Ну, просто, ребята, чутко спал. А сейчас, сейчас, я думаю, вообще бы, хоть там, я не знаю, война, мне все равно. Спал бы без задних ног. Здоровый сон, одним словом. Так, ладно. Давай продолжать игру. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, тут у нас все, да? Здесь мы отыграли. Получается, вот последние бойцы, последние поединки у нас с тобой. Буст. Ну, как тебе сказать? Если бы он был бы изначально, да, по откату, я думаю, наверное, до Лиги Мастеров, ну, Лига Сёгунов 3 звезды уж точно была бы у нас в кармане. Как пить дать. А так как, извини, спустя 6 часов мы играем, ну, ты сам видишь ее плоды. Такса, ну что же. Идеальная победа. Там сколько? Там, наверное, последний у нас поединок сейчас будет. Сёгун 2 звезды. 73-я позиция. Так, 15-20. Раз, два, три, четыре, пять. Ага, еще будет поединочек, друзья мои. Слушай, так мы, скорее всего, с тобой доберемся до Лиги Сёгунов 3 звезды. Что-то мне это подсказывает. Проверим. Так, ну, против Шреддера понятно, ребят, тут бесполезно. Ну, я удивлен, что 57 уровня Рокстеди остался жив. И, кстати, это уже не впервые. Уже несколько раз было так, что Шреддер его не может убить с первой попытки. Так, 36-я позиция. В бой. Так, может быть, тут дадут. Вот, 16-21, точно. Да ё-моё, ну. А вот теперь попробую
А теперь попробуй получить, да, называется. Все, ребят, упустил свою. А, нет, вот. Есть. Раз, два, три. Четыре. Пять. Раскромсули до свидули сейчас будет. Вот что тебе могу сказать. Поехали. Угу. И вот так вот. Добиваем. Ну все, друзья мои, разобрались. Я не знаю, как с лопухами. И вот теперь, наверное, сейчас посмотрим. Да, все-таки мы с тобой добрались до Лиги Сёгуна 3 звезды, пускай даже 98-я позиция, но сам факт. Ну что, теперь давай открывайте наши все эти награды, забирать ежедневки. Так, сразиться в боях, пройти серию испытаний. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас быстренько пробежимся. Потом поищем, наверное, на нашего крысиного короля награды. И надо будет еще прапорить кого-нибудь. Так, тихо. Давай ракетами просто сейчас выпустим. Один Кирби остался. Нормально. Ну, здесь я вижу Рокзар. Нейтрализатор. Я не могу. Почему именно вот на этой локации какое-то идет искажение игры? Я не знаю. Ну, ты сам видел, какие у него там глаза пучеглазые. Почему-то Армагон нормально выглядит. А именно Ванька пучеглазый. Как будто на горшок опоздал. Угу. Ну все, серию испытаний мы прошли. Что еще у нас там остается? Поиски, да? Сыграть в тяжелых боях. Здесь забираем награду. И пошли сражаться. Пошли сражаться. Для этого нам нужно... Кстати, мутаген у нас 14 тысяч. Для этого нам нужен крысиный король. Вот он. Идем в навыки. Так, ну смотри. 4 ячейки крэнгов нужно еще найти ему. 4. Пока ни одной не выпало. Зашибись. Ни одной силовой ячейки крэнгов нам не досталось. Прикинь, вообще не дают. Микроскоп и все. Ага, раз. 5 микроскоп, может быть, здесь попробовать. 2. Так, бинокль этот. Или как он там, телескоп, телескоп, конечно. Да вы издеваетесь. Так, и последнюю. Дайте, пожалуйста, мне последнюю силовую ячейку крэнгов, и все, я уже успокоюсь. Чтоб мне уже в следующей серии не искать. Е, нормально. Так, ну, ребята, а, так мы... Подожди. Ну да, нам еще остается с тобой 10 вот этих вот знаков найти, номеров. Повысим ему уровень до 65-го. И, по-моему, забираем все награды. Вот таким вот образом. Так, посмотрим, что у нас... Так, погоди, куда я хотел-то? Я хотел в магазин, в предметы. Так, тут все по-старому. Ну, по монетам понятно. По жетонам 415. Ну, еще немножко остается, да, и 530. Мы с тобой возьмем 3 ДНК на нашего Бибоп-кролик. Здесь осколки я уже давно не фармлю. Ну, все, ребята. В следующей серии пойдем с тобой. Живи долго играючи. Дойдем до конца. Будем фармить с тобой крокодила. Кожа голову все равно нам сыр надо будет куда-то с тобой тратить. Так, а здесь, пожалуй, я разберу вот эти вот осколки, потому что хочу, чтобы они шли все по порядку, а то они как-то тут в разнобойку у нас идут. Так, и надо будет... Где у нас этот, кстати? 50 ДНК на Хана мы с тобой же выбили, да? Ну, не выбили, а заработали. Вот так. Ну что, друзья мои, на этом я буду заканчивать серию. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.